Версию незаконной охоты на куланов отрабатывают полицейские в Костанайской области. Голова краснокнижного животного с ошейником и GPS-навигатором обнаружены в заповеднике Алтын-Емель. Датчик перестал передавать информацию о передвижениях одной особи 26 декабря. Но в полиции о случившемся узнали лишь 3 января. Сейчас на месте работает специальная группа. Напомню, в прошлом году в Тургайский регион для увеличения популяции были перевезены 9 куланов. Все животные оснащены ошейниками с GPS-навигатором. На сегодняшний день собран материал, возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса «Незаконная охота». Начато досудебное расследование.